интересует, конечно, в первую очередь все, что связано с кредитованием, то есть льготным кредитованием, под дальнейшее развитие, то есть под строительство жилья, под закупки техники. Это одно из направлений, которое интересует на сегодняшний момент и которое хотелось бы обсудить. Очень остро стоит вопрос конкурентоспособности продукции. А как только мы начинаем глубже разбираться в вопросе себестоимости, понимаем, что основной темой, которой нужно нам серьезно заниматься в Беларуси, это все вопросы, связанные с импортозамещением. Мы будем говорить о закреплении молодежи в первую очередь. Для любого человека, пришедшего на предприятие, самое главное на сегодняшний момент – это уровень заработной платы, обеспеченный жильем и социальные гарантии, которые прописаны в наших коллективных договорах. И что предприятие работает стабильно. То есть это основная гарантия того, что люди закрепятся здесь на местности и будут работать на нашем предприятии. Здравствуйте. Саживайтесь. Всебелорусское народное собрание – это в первую очередь возможность для того, чтобы моменты, которые на сегодняшний момент сложные в работе сельского хозяйства, как для меня, как работника сельского хозяйства, где-то, может, какие-то вопросы в социальной сфере, учитывая то, что я являюсь депутатом там, районного совета депутатов, то есть обсудить, попытаться что-то изменить, потому что, в принципе, время-то идет вперед, двигаться надо. Я делегат на Всебелорусское народное собрание.